Я уже, возможно, говорил о таком явлении, как человек борется с болезнью. Борьба, оказывается, разная. Вот если человек находится в больнице, не против я больницы, но тогда существует и такое выражение: врачи борются за здоровье пациента. И если рассматривать, что лично я понимаю, под человек там борется за свое здоровье, это в первую очередь он проанализирует свою жизнь, что он там сделал так, не так, от чего именно вот это заболевание возникло у него. И далее, помимо там лекарств, помимо там, допустим, если он народную медицину использует, человек должен всячески стремиться к тому, чтобы доказать свое право на жизнь. Ага, изменить характер, подходы к жизни. То есть проделать массу вещей. В конце концов, значит, пересмотреть свой двигательный режим, режим распорядка дня, естественно, питание, по-другому мыслить. И вот тогда вот это и будет его борьбой за свою собственную жизнь, за свое собственное здоровье. И если же этого не делается, а кто-то там за деньги или еще как-либо пытается, или вернее, больной пытается, чтобы его проблемы решились кем-то другим и отдает себя в распоряжение этого человека, людей, то что можно сказать? Это не борьба за свое здоровье и жизнь, а это совершенно иное. Это называется правильный услугой, что вам пытаются оказать услугу просто так или там за деньги. И насколько эта услуга окажется качественной. Насколько она окажется качественной. Да. Вот они. Вот так-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ох, мать тебя. Да. Иди. Ах, собаки. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ох. Мы покажем. Мы
Какая глупость творится, наглость, глупость. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Правильно. Ой, собачки, вот они прибежали. А я думал, где же вы, собаки? Да. Ну вот, мы поздоровались с вами. Видите как? Вот такие-то дела. Да. Молодцы. Все. Хорошо. Да. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!